момент. И коридор гостей для молодых построен. Родители и гости в волнении целый день. Но пир всех должен успокоить. И для невесты женихов, Кристины и Дениса, героев нынешнего торжества, здесь будет много поздравлений и просто добрые и теплые слова. Каравай вручаем вам, отныне все делите только пополам. Кусайте, ломайте, как вам хочется. Как вы будете? Давайте. Нет, давайте больше. Хорошо. Да, прошу тебя, я пока скажу, что каравай съедается в кругу самых близких, самых родных и любимых людей. То есть вы все должны этот каравайчик потом съесть. Можете сегодня, можете завтра. В течение недели обязательно съесть этот каравай до крошечки, чтобы счастье семьи не уходило, а с любимыми поделились. Сейчас вы отломите по маленькому-маленькому кусочку. Отломите. Малюсенький, так. Отламывайте. Посолите, так как любите друг друга. Посолите. Давайте, как любите друг друга. Можно прям помахать. Так. И покормите друг друга. Вот туда на камеру вернитесь. И пусть это будет последний раз, когда вы насолили друг другу. Давайте, как улыбки, покормите друг друга. Вместе, вместе. Отлично. Вкуснятина, да? Вот, вам еще вкус соли вместе придется съесть. Как этот бокал полный вина, пусть будет жизнь ваша полна. Не расплескайте и спейте до самого дна. Жена пригубит, муж до дна. Поддержите гостя аплодисментами, дорогие. Все, ну ничего страшного. Ну что, дорогу молодым? Ура! Ура! Можно перемешаться, не родители там садитесь. Сейчас. Родители поближе к молодым, потом близкие родственники, дальние родственники и молодежь вся поближе ко мне. Чтобы наши молодые, друзья, чтобы наши молодые купались в море, добра, любви и красоты, гости дорогие, вручите им цветы. А свидетели помогают представлять фазоны. Зовут Татьяна, и сегодняшний замечательный, прекрасный праздник для наших молодоженов, для Кристины и Дениса, мы вместе с вами будем делать веселым, красивым, запоминающимся, необыкновенным. Наполняйте бокалы, будем начинать. Давай вино. Прошу всех встать, поднять бокалы, поздравить стоя молодых, чтобы возвестить начало свадьбы, начало новой жизни им. Желаю молодоженам счастья, радости сполна, чтоб вам завидовала вся округа. И чтоб мелеть вы не только от вина, а от того, что любите друг друга. Друзья, давайте молодоженам счастья пожелаем и дружно три раза скажем поздравляем. 3, 4. Поздравляем! Кричите горько. Горько!
Поздравляем вас с таким днем, как сочетание, создание семьи. Желаю вам, конечно, счастья, любви, терпения, чтобы все у вас в жизни сложилось, чтобы было все только хорошее. Я вам желаю. Кристиночка, ты теперь моя дочка. Еще у меня одна теперь появилась. Вот. Буду также тебя любить. В общем, счастья тебе всем вам. Сейчас. Я присоединяюсь. Подожди, я почитаю. Красиво. Так, чуть-чуть. Пусть запомнятся эти минуты, что так сказочно дивно чисты. Мира дому, тепла и уюта, благоденствия и доброты. Ну, Светлана сказала все, то есть нам особо даже добавить нечего. Поздравляем, мы за вас очень рады, надеемся, вы будете счастливы, все будет у вас хорошо. Мы прочитаем вам стихотворение. Дорогие наши дети, пусть над вами солнце светит, пусть союз ваш будет прочным, а ваш дом счастливым очень. Пусть рождаются детишки, и девчонки, и мальчишки, дети, денег пусть всегда хватает, и друзья не оставляют. Дочка, милая, оставайся, с зятем нашим не ругайся. Будьте дружны вы с семьей, ну а мы за вас горой. Линии мамочки произнесли, папа присоединяется, ну и все устраивают звон бокалов, потому что следующее поздравление чуть позже прозвучит. И для родителей прозвучит эта песня, а вы все угощаетесь. Как хотела меня мать это за первого отдать, а тут первый, он же неверный, ой, не отдай меня, мать. Как будет второй,
ваш, что ли? Ваш? Да, хорош, правда? Вам нравится? Как хотела меня мать, да, да, другого отдать, а то другие годы на подруги, ой, не отдай меня мать, да не претендую, хороший. Я шучу. Так, вот этот мне нравится. Третьего отдать, а то третий, что пуль ветер, ой, не отдай меня, мать. Хороший, счастье. На счастье. Да? Ладно. Ну, четвертых нас нет, нас и веселые, да? Как хотела меня мать до четвертого отдать, а четвертый ни живой, ни мертвый, ой, не отдай меня, мать. За Сёмова отдать, а то Сёмыч, боже, ты весёлый, он не хотел меня брать. А то Сёмыч, боже, ты весёлый, он не хотел меня брать. Эх, хороший у нас жених, да, такой невеста. Ну что, друзья, давайте-ка сейчас мы вновь наполним бокал и произнесем тост, потому что быть свидетелем на свадьбе почетно и ответственно, это каждый знает. Евгения и Светлана, молодожен, и Татьяна, молодожены, поздравляют. Пожалуйста. Дорогие Кристина и Денисова, я поздравляю с таким важным днем вашей жизни. Я хочу вам пожелать, чтобы вы всегда шли вместе в одно дома, никогда не ругались, не разлучались. Ну, счастья вам, не ссорьтесь. И, конечно, детей здоровых, побольше. Поздравляю. Дорогие молодожены, необычно, видите, да, уже столь взрослым. Счастья тебе желаю, удачи. Вам. Необычно, видите, вы уже таким взрослым постоянно были вместе. Везде всегда, ну ладно. Отдаю тебя. Вот. Поздравляю тебя со свадьбой. Вас. Желаю вам счастья, удачи, вечной молодости, гармонии, неиссякаемой энергии, чистоты без уборки, новизны ощущений, реализации планов, вдохновения, здоровья вам. Счастливого пути, жарких ночей, крепких нервов, радости, любви, денег, крепкой семьи. Минут на 40 так подготовился. Отличного настроения. Давай. Новых достижений, которые вместе достигнете. Надеюсь, у вас все реализуется, о чем вы мечтали. Квартиру большой, дом загородный, желательно на берегу озера. Да, коттедж. Да. Спокойствие и благополучие. Поздравляю вас. Такие мероприятия. Молодец. Ну что, давайте-ка поднимем бокалы за дружную семью Нестеровых, которая сегодня образовалась. И пусть действительно дружные сегодня будут друзья.
и вся с вами дружная. Песня называется «Дружба», а вы кричите «Горько» и пьем за дружную семью и пожелания свидетелей. Горько! 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 Поздравляю вас от всей души с этим праздником. Немножко сложно. Сегодня слезы радости можно. Сейчас я соберусь. Поздравляю вас с созданием семьи. Хочу вам сказать, что семья — это большая работа. И работать нужно двоим. Я желаю вам, чтобы у вас всегда было желание работать. Желание быть вместе всегда. Чтобы у вас было между вами взаимопонимание, взаимоуважение. Муж и жена должны смотреть всегда в одну сторону. Я вам этого желаю. Счастья вам, здоровья вам и вашим детям. Горько! Кристина, хочу сказать одно, дай Бог вам то, что вы сами желаете себе. Это, ну, никто себе плохого не желает. От души вам счастья, здоровья. И всем остальным мы как бы с вами рядом. Ну, чем можем, это будем помогать. Молодец. Я сейчас закончу. Ну мы все такие. Я уже закончу. И мы готовимся. Мы здесь завтра все через каждый. Отец, ты чего там эстафету отдаешь? Подождите, подготовьте человека. Дорогие Кристина и Денис, поздравляем вас с вашим главным праздником. Желаем счастья, здоровья, любите друг друга, уважайте и приходите к нам в гости.
поздравляем вас. Дорогие Кристина и Денис, я очень рада сегодняшнему дню. Поздравляю вас обоих с вашей знаменательной датой в вашей жизни. Будьте счастливы, живите мирно, богато, беспокойно, без скандалов. Будьте счастливы. Все. Начало сказки, пусть не будет ей конца, и в лучах любви и ласки вечно нежится сердца. Дорогие Кристина и Денис, поздравляем вас с днем свадьбы. Не просто свою половинку найти в этом мире большом. Супруги, у вас получилось. Совет да любовь вам во всем. Построить семейное счастье хотим вам сейчас пожелать. Друг другу уютом и лаской, заботой всегда окружать. Счастья вам, семейного благополучия, любви. Любите друг друга, берегите друг друга. Не забывайте своих родных и растите своих детишек себе и на радость. Всем. Горько! 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 Сюда, папа. Три горько крикнули. И пусть погода в доме будет у всех хорошая, друзья. И особенно у бабушек и дедушек, потому что они очень рады за наших молодоженов и, конечно, доброту своих сердец передают вам. Золотом за все наши поздравления. Сейчас закончим поздравление. Давайте, давайте. Сейчас поздравление закончим, буквально через 10 минут. И делай перерыв, друзья. Вы все спешим до чудеса, но нет чудеснее ничего, чем та земля под небесами. Крыша дома твоего. И если вдруг тебе грустнется, то грусть не значит ничего. Когда ты знаешь, что под солнцем есть крыша дома твоего, есть крыша дома твоего. Молодцы, поете. Значит, что не споем, устроим битву воров. Миг огорчения любые, еще не все до одного. Лишь помним звезды голубые на крыше дома своего, на крыше дома своего. Такие. Это я. Лучше всех знают, конечно, родители, поэтому родители сейчас родители не играют в этот розыгрыш. А все остальные хорошо, сейчас посмотрим. Итак, отвечайте на вопросы, набирайте баллы, кто больше всех баллов наберет, тот получает этот приз. Понятно, да? Итак, внимание, друзья, где познакомились наши молодожены? На улице! На улице! Так, говорите, говорите! На улице! А я говорю, кафе! Что еще без предположений какие? Так! У меня ответ другой. Этот балл никому не достается, потому что написано «У друзей». На улице! Ну, не знаю, написано «Друзей». Так, следующий, внимание! Какой любимый
какой любимый цвет нашей невесты? Черный. Нет. Белый. Нет. Синий. Красный. Красный. Молодец, один балл. Как зовут вас? Рома, молодец. Роман, один балл, хорошо. Дальше идем. У Дениса любимый цвет какой? Синий. Кто сказал синий? Молодец, один балл, правильно, так. Хорошо, идем дальше. Любимое блюдо Кристины это? Оливье. Нет. Пицца. Нет. А что один тут? Голубцы. Нет, не голубцы. Нет, не колбаса. Нет. Роллы. Нет. Вам, наверное, на горячие сегодня принесут. Это горячая закуска. Жульен. Она кушает всегда жульен. Да, давай. Молодец. Два балла. Как зовут девушку? А чего она сказала? А Катя? Мясо по-французски. Так, идем дальше. А Денис очень любит... Молодец. Так, хорошо, один балл. Так, дальше идем. Любимый цветок Кристины это? Роза. Молодец, первый сказал. Роза, так, Рома, молодец. Роман, два балла. У Дениса любимый цветок? Лилия. Тюльпа. Лилия, тюльпа. Молодец. Кто? Катя, ромашка, да. Три балла, так. Рома, догоняй давай. Так, любимый напиток Кристины? Вино. Нет, безалкогольный. Безалкогольный. Не сок. Не подсказывает. А? Безалкогольное пиво. Безалкогольное. Пепси. Да просто обыкновенное. Чай. Молодец, чай. Катя. Там Катя, здесь Ром. Короче, чай действительно. У Дениса любимый напиток? Пиво. Молодцы, пиво, да. Пиво. Число от 1 до 10 у Кристины. Шесть. Нет, не шесть. Семь. Четыре. Молодец. Так, послушаем, что ли? Десять. Катя, обратите внимание. Мне кажется, она изнавидящая. Так, у Дениса сейчас вот это. Вам и вам по одному баллу. Хорошо. Идем дальше. Все равно не переплюнуть их. Так, любимый фильм Дениса называется... «Неуловимый мститель». Нет, кинокомедия наша советского времени. «Операция И». Нет. Так, мне кажется, там какие-то курочки. Да ладно, да. Так, идем дальше. У Кристины любимый фильм как называется? «Любовь и голуби». Да, Рома, да, Рома, молодец. Так, любимая певица у Дениса. Валерия. Нет, не Валерия. Максим. Правильно, кто сказал? Катя опять. Молодец. Настя она, а мне все кажется, что Катя, значит, Рома шутит. Так, Настя, хорошо. Настя, молодец. У Кристины любимый певец. Певец, молодец, молодцы. Да, хорошо. И последний, я, пожалуй, вопросик. А кем в детстве мечтала стать Кристина? Певицей. Нет. Парикмахером. Правильно, парикмахером. Так, хорошо, у вас тоже. А Денис кем? Космонавтом. Не космонавтом, но близко. Милиционером. Нет, просто... Просто офицером. Да, Настя больше всех. Да, молодец, набрала. И Рома. Ром, пошлите. Мы три набрали. Это мало. У нее пять. У нее пять и шесть даже. И у Ромы четыре. Да, друзья мои. И тем не менее, главный приз, поскольку у нас один, я даю еще поощрительные призы. Так. Сейчас скажу. Ручку. Итак, главный приз – это приглашение на серебряную свадьбу, подписанное женихом и невестой. Достается Насте. Итак, подпишите, пожалуйста. А вам поощрительные призы. Так. Спасибо. Через 25 лет Настя придет на себя призочкой. И скажет. Все остальные придут, родители там придут. Все остальные по приглашению, по смс-ке, а Насте придет с этой открыточкой, надеемся, не пожелтеет она. Давайте. И подсластим, конечно же, это подсластим.
Пожалуйста, дорогая. Поаплодируйте еще разочек. Итак, здравствуйте. Будем знакомы. Кристина, ты знаешь, как меня зовут? Не знаю. Это тетя Тина. Я кстати, Денис, мне очень приятно видеть и здесь присутствовать на вашем бракосочетании. Я очень рада познакомиться с Кристиной, я ее первый раз вижу. Хороший выбор. Я честно скажу, хороший выбор. И от нашей семьи. Пять весов, Кристина. Мы вас поздравляем, сердечно поздравляем с днем бракосочетания. Я хочу, чтобы ваша семья была очень такая, знаешь, сплоченная семья должна быть. Вот кто-то здесь вот выступал перед этим, сказал, что на самом деле надо работать. Надо работать над чувствами, надо работать над созданием семьи. Надо, во-первых, в семье должно быть доверие. Каждому человеку доверие, уважение, взаимопонимание. Вот когда вот это все присутствует, тогда будет дружная семья. А если, пардон, ты куда-то ушел, жена приходит, а, дорогой, ты где был, там туда-сюда. Вот этого не должно быть. Это должно быть у вас такая вот четкая позиция, Кристина, у тебя, и у него взаимопонимание. Вы должны, если ты живешь с любимым мужем, или ты живешь с любимой женой, да, вы должны понимать, что вы друг друга доверяете, друг друга уважаете и любите. Вот на этой базе и, конечно, создается семья. И я поздравляю вас от всей души. Хочу, чтобы у вас было все прекрасно, вам счастья, любви и здоровья. Привет от Кристины из Санкт-Петербурга. Она тоже присоединяется, звонила, сказала, говорит, Денису говорит. Ну, она не знала, что тебя Кристина зовут. Она тоже Кристина, да. Огромный привет. Вот. И можно я с открытки, но очень хорошие такие стихи я зачитаю. Мне они просто понравились. Веселой свадьбы, жизни долгой, богатства, счастья молодым. От всей души сегодня горько мы многократно прокричим. Ура семейному союзу! Пусть будет вам тепло вдвоем. Пусть укрепляют ваши узы любовь и нежность день за днем. Я вас поздравляю и хочу, чтобы вы были счастливы. Будем учиться спокойно. Все родственники, бабушки, дедушки, там, кто там, дяди, тети и все остальные. Передай. Молодец. Главе семьи. Пожелаем нашей паре мира, счастья и любви, чтоб ценили, уважали и друг друга берегли. Нежной лаской, теплым словом пусть украсятся года, чтобы месяцем медовым ваша жизнь была всегда. И от себя, от нас, сестричкой, мужей, от всего сердца хотим поздравить вас с вашим знаменательным днем. Ну что пожелать уже своего опыта. Жизнь, ведь она очень сложная и трудная бывает. Не всегда цветы, шарики и фонарики. Чтобы вы проходили все это легким путем. Чтобы вы всегда были согласованы, уважали друг друга, слушали друг друга. Всего вам хорошего. Горько. Горько! 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 Вручайте, пожалуйста, подарки. Друзья, ну, хочется, чтобы все
скорее поздравили, расслабились. Поэтому сейчас, пока вручается подарок, я вызываю следующих гостей. Ну, уже крестная Дениса поздравила, я крестная Кристины. Я зачитаю небольшую притчу. Однажды у султана спросили: послушайте, у ваших границ постоянно стоят враги. В государстве порой не хватает хлеба. Чтобы прокормить всех, но вместе с тем никаких беспорядков. Как вам удается поддерживать мир и покой? На что владыка с улыбкой ответил: когда я выхожу из себя, мои люди спокойны. Когда недовольны они, спокоен я. Иными словами, они успокаивают меня, а я их. Любая семья – это маленькое государство со своими порядками и разделением обязанностей. Так пусть же и в вашем государстве всегда сохраняется мир и покой. Поздравляем! Я присоединяюсь. А мы, да. Пусть вас ждут впереди прекрасные счастье года. И любовь, словно солнце ясное, освещает вам жизнь всегда. А мы желаем паре молодой дожить до свадьбы золотой. Так, что сказать-то вам, Денис, Кристина. Когда я вас первый раз увидел, я сразу знал, что вы поженитесь. С первого взгляда. И вот, вы отлично подходите друг к другу. Вот как сейчас сидите, я прям смотрю и радуюсь. И вот, что еще сказать. Живите счастливо. И пусть у вас всегда будет удача по жизни. Это главное. Ну, пусть мы не так много знакомы, Дэн, но, блин, мы сдружились так близко. Блин, я со многими своими друзьями, которые школьные, я так не сдружился. Блин, у меня через каждое слово, блин, так что не беспокойтесь. Ничего страшного, мы тебя сейчас отучим. Молодец. Я, блин, братан, тебя люблю сильно вообще. Блин, давай за это выпьем. Блин, счастья вам, здоровья, как, ну, блин, как и все желаю. Поздравляю с днем рождения. Со всеми новой семьи. Я очень рад, что вы все-таки добились того, чего хотели. Очень давно. Ну, видите, я сейчас нет такого. Да, Кристина, вы знаете, что я человек прямолинейный. Вот. Я вас просто поздравляю от души. И все. Как я уже говорил, то, что Денис за полгода стал моим самым лучшим другом. И в нем есть что-то такое, чего нет у других. Он где-то жесткий, где-то, может быть, неправ в характере, но рассуждает он правильно и тактично. И, наверное, со своей второй половинкой они будут на всю жизнь связаны друг с другом и любить друг друга. А если есть любовь, то тогда, соответственно, есть и счастье. А я человек прямолинейный. Хорошие поздравления, да, были. Я не знаю даже вам, что сказать. У вас вообще все есть. Давай, все, что можно. А ты говори, еще больше говори. Подытожить, что давай. У вас все есть. Пожелать вам... Еще больше, куда не знаю. Мы тебе сейчас укажем, куда. Еще больше. Мне укажет кто-то. Укажем. В общем, ну... Горько? Горько, 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 горько
веселее! Свадьба очень классный праздник, жаль не бесконечный. Мы готовы отмечать этот праздник вечно. Веселиться от души сегодня обещаем. И еще разочек вместе дружно подпеваем.